Добрый день. Начинаем путешествие по Риге. Хочу вам показать Рижский Домский собор. Это кафедральный собор города Риги, его символ. Ну и, конечно, одна из главных достопримечательностей. Крупнейший средневековый храм стран Балтии. В настоящее время главное церковное здание Евангелийской лютеранской церкви Латвии. Ну а сейчас давайте послушаем орган. Это фактически звук. Я там записывал. Основан 25 июля 1211 года, в день святого Якова, епископом Риги Альбертом Буксдевденом. 1211 год. Строительство свелось долго, затянуло до 1270 года. В 1547 году пожар практически все уничтожил. Было запланировано две башни, но, к сожалению, из-за отсутствия средств была выстроена только одна по центру фасада после пожара. Общая высота башни с барочным куполом и петушком на шпиле 96 метров. Рядом находится река Даугава, поэтому очень часто были такие небольшие, но все же наводнения. И поэтому улицы Риги на протяжении столетий подсыпались гравием. В результате чего уровень пола в храме на сегодняшний день находится значительно ниже уровня улицы, которая проходит рядом. Собор постоянно реставрируют. Но с 80-х годов он в режиме реставрации находится. Конечно, главная достопримечательность – это орган, установлен в 1884 году. Он заменил старый орган, постоянно совершенствовался. Высота 25 метров, 6768 труб металлических и деревянных. От 13 миллиметров до 10 метров. 4 клавиатуры. Воздух подается при помощи 6 мехов. Самый большой из них имеет размеры 2,5 на 6 метров.
Сам орган, конечно, очень красивый, действительно впечатляет. И по числу труб он, в общем, остается самым большим органом бывшего СССР, Балтийского региона. Здесь проводится богослужение на латышском языке. Вход, кстати, стоит 10 евро. Ну, так вот, я походил там, посмотрел, конечно, не могу сказать, что меня очень он впечатлил, но достаточно большой, конечно, собор. Не хотелось бы ни с чем сравнивать. Да, в общем-то, и сравнивать не надо, наверное, потому что соборы все разные. Ну, действительно симпатичный, интересный, красивый, что еще сказать. И орган просто хорошо звучит. Ну, вот посмотрите, кто досмотрит. Вот все, что я хотел рассказать про Домский собор. Будете в Риге, точно зайдете. Все, всем пока, всем привет, до свидания.